Смертельная авария на ЧМЗ. 4-летняя девочка погибла. Как выяснилось, ребенок не был в детском кресле, а предполагаемый виновник права получил всего полгода назад. Подробности в репортаже. Это кадры с места ДТП. На огромной скорости лоб в лоб столкнулся ВАЗ-9 модели и Deo Nexia. По предварительной версии, 21-летний водитель девятки, права он получил всего несколько месяцев назад, выехал на встречку. По словам очевидцев, он затеял гонку на дороге с другой отечественной легковушкой. Видимо, вошел в кураж и на адреналине решился на рисковый маневр. Водитель, мужчина 1993 года, управляя ВАЗ-2109, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Deo Nexia, за управлением которого находился мужчина 1970 года рождения. В результате данного ДТП погиб ребенок. Удар был такой силы, что машины превратились в груду искореженного металла. Водитель за рулем Deo Nexia, возможно, ничего и не успел понять. Шестерка обогнала или нет? В Deo Nexia находилась 4-летняя девочка. Установлено, она сидела в машине без детского кресла. Ребенок получил серьезные травмы. Малышку госпитализировали, но в больнице она скончалась. Также пострадала мать ребенка и 44-летний водитель иномарки. Они оба получили ушибы и сотрясение мозга. Оксана Кравцова, 31 канал.